Всем привет, всем привет, меня зовут Максим Калат, GG Family, продолжаем Gears 5. Где-то приблизительно тут мы закончили, потому что меня закинуло чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад, пришлось посидеть, посмотреть заставочки опять. Акт 1, глава 2, дипломатия. Окей, дипломатия, это дипломатия. Вроде бы это мы уже видели. Новая эфира. Ну что ж, время собирать камни. Джеймс, может я пойду к Джин первым, смягчу удар перед твоим докладом. Вот это да, сержант Феникс ударился в дипломатию. Думай, что хочешь, мы сейчас не на войне, пусть это пока и не вполне заметно. Мы все должны быть за... Ну что ж, раз ты думаешь, что это поможет, тогда давай. Ты был в шахте таким заговорчивым. Ты бы в шахте был таким заговорчивым. Но план-то сработал. Слушай, Джеймс. Мой тебе совет, хватит самоутверждаться, просто выполняй приказ. Пап, я был прав. Оправдан это, когда другого выхода нет, но риск не был оправдан, и ты это знаешь. И ты это знаешь! Вот так вот, да. Жесткий папка. Что это было? Сам как думаешь? Тоже что всегда? Эй, ты же понимаешь, что он за тебя волнуется? Правда, ну ты... Так, конечно... Про что? Кто? Так, мы тут. Мы тут зайти хотим. Пошли. Чуть Дэйва там не бросили, кстати. Можно было и не хамить. Хамло. На тебя. Да, мне жаль. Да, мне нет. На самом деле, вы с ним сильно похожи. Но оба не желаете этого признавать. Дэймон, что это все? Я думал, новый спутник автоматически подключится к старым. Я не могу их найти. Без регулярного телеуправления точность обнаружения падает. Блин, ну спасибо, Айрс. Интонация не совпадает с буквальным значением слов. То есть, на самом деле, ты не благодарен. Прошу помолчи. Я до сих пор не нашел других спутников Молота Зари. Это зато случайно склепал искусственный интеллект, распознающий заразу. Будет с данными, которые ты искал. Может, они болтают. А могут найти спутники? Вряд ли, но я гляну. Эй, погоди, как мы что, стрелять все это проделали? Нет, стрелять-то он будет, но поскольку работает всего один спутник, управлять лучом будет трудно. Что с Дэйвом не так? У Дэйва проблемы. Это какие проблемы? Ему совсем херовенько, как ты не заметил. Я уже знаю, что пожалею об этом. Бляха. Джек? Нам не надо Джека. Ребята, познакомьтесь с новым Джеком. Нам нужен Дэйв. Черт возьми, ты когда успел его смастерить? Когда я успел работу, у меня такая, сидеть здесь и делать всякие штуки, которые вы, ребята, не цените и вечно ломаете. Ну и что в нем особенного? Новые алгоритмы поведения, улучшенные сканирования, усиленные модули боя и поддержки. Он поистине уникален. А можно назвать его Дэйвом? И... И он к вашему услугам. Я хочу Дэйва. Ты можешь все вот это вот, все улучшения вселить в Дэйва? А теперь, если позволите, я пойду искать хреновую тучу спутников 40-летней давности. Дэймон, пропавший спутник всего лишь 15. Спасибо, Айрис, еще немного сарказма в твою копилку. Так, это что, это мы играем? О, нифига себе тут. Роботик сидит. Так, а куда мне идти? Да, не умничай. Подожди, я тут же можно тоже найти, наверное, что-нибудь. Ага. Фотография отряда Килла.
Так, а что-нибудь, может быть, еще можно найти? Еда. Ну, что-то как-то себе так очень не очень выглядит. Я все забываю, что бегает он на пробел. Ладно, пойдемте установим там какие-то новые штуки. Так, подожди, что-то мигает. Подожди. Тут тоже что-то мигает. Нет? Оказалось? Чертежик, отойдите, женщина. Так, тут ты не бегаешь, да, совсем? Подожди. Да подожди, все, я уже иду. Что такое? Новая способность вспышка. Джек создает вспышку, оглушающую наконечники рядом противников. Хорошо, прикольно. Нажмите Tab, чтобы открыть меню Джека. Выберите способность, которую хотите использовать. Нажмите Enter. Tab. Вот это, да? Так, а это пассивные. Они... А, ну тут будет прокачиваться, да? Новые будут получаться. Окей. Пойдем. Okay. Grab a weapon and get into cover. Then we'll start the test. Сейчас, сейчас, я иду, 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 иду. Подожди, тут тоже что-то мигает. Ага. Ты не поменял же, ты уже взял и то, все, молодец. Iris, activate Alpha 331. Certainly, Dad. So, say you've got a target that seems awfully comfortable behind cover. Jack's flash ability fixes that. Aim at the DP and activate. Done, you're welcome. Huh, that could be useful. Так, но она перезаряжается, да? Ага. Iris, activate Alpha 332. Incoming, Damon. Jack's got to reroute power. Так, у меня еще не перезарядилось, подождите. Once he's recharged, hit him again. А, сразу двоих, да? Ой, забыл перезарядить. А, нет, не хочу, зачем? Я и так все понял. Главное не забывать про это. Серьезно? Trying to get rid of us. Oh, you noticed. Anyway, you can boost Jack's abilities if you find the right components. Before you go see Jin, stop by the armory. They might have one you can borrow. Oh, we will definitely be doing. Блин, ну ты как-то быстро предал своего этого друга старого. What Damon means to say is that he has more important things to do. Thank you, Iris. Bluntness is one of Iris's more commendable traits. I wonder where she gets that from. Whoa, that smells less than great. Да, неприятный запах. Блин, Дэйв, прости, конечно. Я б тебя не бросил. Oh, I'm enjoying it. The workshop's quiet, peaceful. Damon is not being truthful. Да, я помню, в предыдущей части мы на таком шагали. Разносили там города. Referring to her several times as Let's not get into specifics, так, Iris. Почему не появляется? Also, why did you tell him that? I detected genuine personal concern for you in Corporal Diaz's intonation. I thus judged it appropriate to inform her how you truly feel. Phew, inappropriate sarcasm. Incompetent nurturing instincts. Iris, are you sure you're not secretly my mother? To getting the hammer fully operational again.
Так, ну вроде бы все. Хотя, может быть, и тут что-нибудь появилось новенькое, что можно изучить, поискать. Это вот что мы? Коллекционные предметы, 3 из 5 деталей. Что такое детали, я не совсем пойму. Iris, great news. Where? Ну все, тогда ладно. At the bottom of the Karaznian Sea, approximately 15 miles from shore. Oh. Apparently it fell from orbit. У них любовь, мне кажется. Прямо любовь-любовь. Baird, sorry, but we should get going. No worries. Do your thing. Come on. Ну же. Эй, Фац, как ты там поживаешь в тылу у Джин? Чудесно. Не всех же отправлять на секретные задания. Надо же, как ты узнал? А? Мы же в армии, а не в монастыре. Ну да, ладно, мы пойдем, а ты сейчас вовсю занят роботом не будешь. Завяжись, парень. Вот так нечестно, конечно же. Погоди, как говнопалка. Дел, есть идеи? Не знаю, может это палка из говна? Или палка, которая перемешивает говно? Иди нахер, давай развлечемся по-настоящему. Рукопашный бой, ты и я, прямо сейчас. Давай, да я не против вообще. То есть я должен развлекаться, избивая тебя? Да или нет? Что скажешь? Судя по тому, что вы здесь собираетесь мериться, я не в выгодном положении. А может и наоборот. Умора, ты будешь драться или нет? Да давай. Ну да. Слушай, брось, давай просто заберем эти запчасти и уйдем. Ух ты ж. Так, мне надо будет драться, нет? Да, мне надо будет драться. А как? Давай еще раз. Against their programming, but explains. Shit, false confidence. Quite a bit, actually. Want some advice, Phoenix? No, I'm good. Jin does love her golden boy. Че, еще раз будем драться, нет, все? Блин, а че не дали подраться-то? Ну че таки? Какой-то очень грубый молодой человек. Подожди. Мы теперь тут сейчас будем осматривать все. Хэть, нельзя бить. Так, вижу, там что-то висит. Объявление для занимающихся в спортзале. Так, кого-то не пускают в зал. Ну, вроде бы все. Так, а откуда я пришел? И куда? Оттуда? Ну, я вижу что-то. Это что такое? А вот эти детали, которые мы хотели взять. Стыбить. Улучшение джека. Вы нашли деталь, используйте деталь для улучшения активных, пассивных. Окей. Улучшение джека. Для улучшения... Выберите активную или пассивную способность, нажмите ПКМ. Давай, пробуем. Так, здоровье, маскировка, шокер. Давай шокер. Можно, да? А, у меня всего одна деталь. Ты серьезно? Ну я походу ничего, да, не смогу. А, нет, улучшение деталей. А как? Это я не смогу прокачать. Ну давай здоровье, мне только на это хватает. Быстрый ремонт стоит, теперь все. Отличненько. Да успеешь еще. Вот торопишься постоянно. Так,
could get used to the field of view in those things. Опачки. А что я нашел? Прикольно, Джек, это для тебя. Так, ну где тут встать, чтобы это появилось себе? Хотели другану подложить бомбу на валючку. Так, ну я все. Так, а куда теперь? А сюда я могу пройти? Тут заперт. Да, все, ладно, пешочком идем. Единички мне не хватит. А эта штука наверху мигает, горит. Скорее всего, тоже ничего. Okay. Come on, enough's enough. You gotta see someone about these headaches. I will. I promise. Да, если голова болит, надо обязательно сходить. Что тут смотришь? Покупаешь? Купи мне тоже что-нибудь. Здорово. Я уже вижу. Уже вижу. Тут что-то есть. Брошюрка. Рекламная брошюра DD Industries. Так, и тут я не пройду. Так, и там, в принципе, тоже все закрыто. Ладно. Единственное, куда можно пойти, это в эту дверь. Я хочу, чтобы вы поняли. Я не разделяю ваш оптимизм. Меня еще ни разу не обвиняли в излишнем оптимизме. Что ж, тогда я понимаю. Напомню, что ваша жена отказывалась снова включить молот. Я думала, вы уважаете волю Ани. Повторюсь, что я этого не слышал. Нам обоим будет лучше. Аня хотела бы... Не смейте говорить о ней. Что докопалась-то, а? Раз так, я молчу. Вот и молчи. Вот и молчи. Вы и ваша чертова программа рождаемости. Программа, подарившая вам сына. И мне тоже. Я уважаю Аню. Я любила Аню. Верите или нет, дело ваше. Когда я запускала программу, Аня пришла ко мне сама. Оба раза она вызвалась добровольцем. Когда первый министр Страут пришла на курс лечения, вы хоть знаете, сколько детей сейчас живы благодаря ей? Ее стоило похоронить здесь, рядом со все отцами, чтобы она служила примером. Это для вас она пример, а для меня жена. Первый министр, к вам лейтенант Феникс и его отряд. Сынка. Пускай войдут. А, лейтенант, говорят, вы успешно выполнили задание. Первый министр, я все объясню. Разумеется, объясните, с каких это пор Дэймон Борт стал выше меня. Объясните, почему я для запуска спутника Молота Зари не нужно мое разрешение. Я без понятия. Заодно, да? Лейтенант, Молот Зари нанес коалиции больше потерь, чем большинство вражеских армий. Ваш отец прекрасно это знает. Я сомневаюсь, не в оружии первого министра, а в тех, кто им владеет. Мы не включим снова Молот Зари. Это доклад по эвакуации второго поселения. Второе поселение эвакуируют? Почему? В ближайшем могильнике замечена активность. Сержант Кармайн, как слышите? Мэм, нас атаковали! Срочно нужна помощь! Так, сейчас мы полетим. Прошу вас, помедленнее. Помогите нам, пришлите! Мобилизуйте 4-ю дивизию, мы займемся переброской. Выполняйте! Гоу! Гоу, гоу, гоу! Все, давайте будем по главам, наверное, записывать. Я в этой серии вообще ни хрена, получается, ничего не сделал. Ну, да и ладно. В общем, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. С вами был Максим, канал GG Family. Всем пока.